Богообщение. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое богообщение? Богообщение – это общение человека и Бога посредством молитвы. Восприятие божественного откровения в церковных таинствах и прочее. Богообщение совершается через действие Бога в человеческой душе и обстоятельства человеческой жизни. Созданный по образу Божию человек есть личное существо. Подобно своему Творцу, он наделен свободной волей и разумом. Он призван к осознанному общению со своим Создателем, желающим такого общения, полагающим человеку такое общение в виде цели его существования. Общение человека с Богом является снисхождением Бога к человеку. В душе человека оно осуществляется через божественные благодатные действия, прежде всего в молитве и таинствах. Действуя внутри человека, Бог подает ему духовную жизнь, преображает его душу, созидая в ней Царство Божие, сообщая ей познание о себе, обучая ее исполнению своей воли. Святитель Феофан Затворник учит нас: «Жизнь духовная есть следствие общения с Господом. Вне Его и без Него нет у нас жизни истинной». Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!